Всем привет! Сегодня буду готовить кексы на кислом молоке. К муке добавить разрыхлитель и соль. Перемешать. В миску вбить яйцо комнатной температуры. Добавить сахар и перемешать венчиком. Не взбивать. Затем добавить молоко комнатной температуры и растопленное сливочное масло. Перемешать. Постепенно добавить мучную смесь. Перемешать до однородности. Подготовить формочки. Я буду выпекать в силиконовых формочках. Если выпекать в обычных, смазать маслом. Разложи тесто по формочкам. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. Готовые кексы можно посыпать сахарной пудрой. Очень вкусные воздушные кексы. Приятного аппетита!